Друзья, привет! С вами я, Таня, и это мой канал «Америка моими глазами». И сегодня мое видео посвящается кремам для глаз. Я испытала, можно так сказать, три разных крема. А на своей чудо-борде я написала Kiehl's, Laneige и Ole Anderson. И первым кремом будет крем от одного из моих любимых брендов Kiehl's. Крем с авокадо. Этот крем очень интенсивно увлажняет кожу вокруг глаз. Он содержит бета-кератин, масло ши и масло авокадо. И чтобы мне больше не поступало вопросов в комментариях, что же такое кератин, я сейчас вам расскажу. Бета-кератин – это слово вышло от слова carrot, английского слова carrot. Carrot – это морковка. Кератин содержится в морковке, тыкве, зеленом перце и томатах. И что же это такое? Ну, а бета-кератин – это мощнейший антиоксидант, который защищает ваши клетки от старения и повреждения. Также он ускоряет процесс регенерации и устраняет повреждения от ультрафиолета и помогает бороться с дефицитом витамина А. Разве не полезная информация? Ну, а теперь перейдем к недостаткам. Я бы сказала, это тактильно очень приятный крем. Но, честно вам сказать, мне этого увлажнения не хватало, я бы так сказала. Из-за того я и перестала им пользоваться. И еще один минус этого бренда, что Kiehl's не безжалостен. Они могут проводить испытания на животных либо сами, либо они пользуются продукцией, которая испытывается на животных, или это все испытывается при помощи третьих лиц, что, увы, мне не нравится. Ну а сейчас выношу свой вердикт. В принципе, Kiehl's как вариант для увлажнения подойдет молодой коже, беспроблемной коже, как увлажняющие средства, ну и питающие средства. Если у вас есть хоть мимические морщины или морщины, вызванные обезвоживанием вашей кожи, то на него не надейтесь, потому что вам он, к сожалению, не поможет, и вам придется искать альтернативу этому крему. Так что Kiehl's я ему дам, ну, 3 из 5. Следующий крем под глаза – это Laneige. И это Eye Gel. Это гель для глаз. Laneige – это интенсивный крем-гель для кожи вокруг глаз с увлажняющим эффектом и охлаждающим эффектом. И стоит сказать, что серия от Laneige Warbank является уникальной разработкой косметологического бренда Laneige на основе живой воды и новейших научных разработок нанотехнологий. И стоит сказать, что талая живая вода, которая входит в состав этого крема, получена из снегов гималайских вершин, которая интенсивно увлажняет вашу кожу. Как говорит Laneige, что этот крем предназначен для людей, у которых стянутая, сухая, шелушащая кожа, потерявшая упругость и которая имеет тусклый, нездоровый вид. В состав этого чудо-крема входят витаминные нановоды, экстракты каштана и водорослей, масло золототысячника и масло виноградных косточек, а также масло манго и экстракт календулы.
И стоит сказать, что же мне не нравится в этом креме, так это такой сильный аромат полевых цветов. La Neige не является безжалостным брендом, и он позволяет компаниям, которые тестируют этот продукт, использовать животных. Это мне очень и очень не нравится. Ну а сейчас я вам покажу своего фаворита. Осветляющий крем под глаза с банановым экстрактом от... Олли Хендерсон. Сейчас покажу вам его текстуру. Текстура очень мягкая, и что мне нравится, что у крема под глаза существует такой небольшой цвет, как у консилера. И плюсами этого крема является то, что он осветляет, он корректирует цвет. И также он улучшает износ консилера. Мне нравится, что этот крем не содержит парабенов, сульфатов и фталатов. Витамин С – это золотой стандарт Олли Хендерсон в борьбе со старением, что мы все ищем на этих чудо-баночках. Сейчас пройдемся по активным ингредиентам этого крема. Коллаген, который является основой этого крема, он помогает улучшить эластичность вашей кожи под глазами. И стоит сказать, что пигменты на основе банановой пудры омолаживают. И как только вы нанесете этот крем под свои глазки, то он освещает вашу кожу прям мгновенно. И самое главное то, что Олли Хендерсон подтвердил, что его компания не тестирует ни продукты, ни все содержащие компоненты этого крема на животных. За что я им даю big thumbs up. Большой палец вверх. И мой окончательный вердикт. Как говорят американцы, there is no if, ands or buts. В этом нет никаких если... Или а, или но. 100% вам понадобится крем под глаза. И именно крем Олли Хендерсон пользуется одним из самых больших успехов на рынке среди кремов в среднем ценовом сегменте. Ну и напоследок, мои хорошие, на что стоит обращать внимание при покупке крема под глаза? Первое. Это то, что ваш крем должен быть без запаха, поскольку кожа под глазами более чувствительна. И в составе этих кремов избегать любых ароматизаторов, чтобы не было аллергий. Обязательно обратите внимание на ингредиенты крема. Хорошие ингредиенты, проверенные временем, это пептиды и ретинол. А также увлажняющие элементы, такие как керамиды, нацеамид и гиалуроновая кислота. Надеюсь, вам понравилось мое видео, оно было информативным, и я помогла вам немножко разобраться с кремами под глаза. И мой фаворит – это Олли Хендерсон. Пока-пока! Пишите свои комментарии, и если у вас есть какие-то вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу.